знаю, но, естественно, они этого не ответят. Садись, садись, Кирилл. Колесочку не отсюда ушматываю. Нет. Пока я сейчас никак не понимаю. Ну, у вас, очевидно, все равно же были представления о его детях. Представления как о добром дедушке. Еще со школы. А сейчас не понимаю пока. Я не знаю, в школе нас учили одному, в жизни совсем другое. Сейчас вот печать, радио, телевидение, в основном вот эти вот самиздатовские газеты, так не знаешь, кому верить. Но я лично, мое мнение, я считаю, что Ленин великий человек, но у него очень много было ошибок. Это сейчас видно по истории, по телевидению показывают. Я знаю, что он родился в 1870 году, 22 апреля. Он собрал коммунизм, ну, поднял весь народ, чтобы собрать там революцию. Хорошо отношусь. Кумир для меня, все. Нет, ну, откровенно хотелось. А что еще откровенно? Вот Горбачев до чего довел. А при нем бы, может быть, такого еще не было бы. А как вы относитесь к тому, что вот сейчас о нем пишут, говорят? А что? Да брехня это все, да и все. Что о нем пишут? Для нас, в первую очередь, вождь, это че? Вождь для нас. Мы верим, мы ему подчиняемся. Чтобы там что про него не говорили, все равно он для нас святой и святых. Ну, а как вы думаете, если бы не было революции, как бы мы жили сегодня? Ой, хуже, чем сейчас живем. А ты знаешь дедушку Ленина, да? Не знаешь? Знаю же. Володю Ульянова знаешь? Да? А что ты о нем знаешь? Уже. Кто это Володя Ульянов? Владимир Ильич Ленин. Ничего не понимаем. В каком смысле? Не знаю. Совсем, что ли, ничего? Ну, как сказать? Ну, как вы относитесь к нему? Как относитесь к нему, как к вождю? Я к нему как к вождю не отношусь. Человек есть человек. Вы не считаете, что он великий? Великий? Может быть. Ничего не значит. Совсем? Совсем. Вы не считаете его великим? Человек как человек. А то, что он сделал? Это вообще считаю. Что вы не ставите ему в заслугу, да? В заслугу то, что он сделал? Да. А революция в частности? Революции. Это заслуга наша. Считаете, что это его ошибка? Считаю, что это вообще наша ошибка. Ну, сейчас его там позорят, а так он гуманный. Да ничего для нас не значит сейчас, в данный момент времени. Нам бы как-нибудь продержаться сейчас. Но я думаю, что сейчас к учению Ленина неоднозначное отношение в обществе, и есть определенные, так сказать, обоснования, объяснения этому. Ибо далеко не все в учении то, что мы, так сказать, связывали, наше будущее оправдывается. Я думаю, что настала пора серьезнее пересмотреть и само учение, и особенно, может быть, выделить то, что было утопичным в нем, вот, нереальным, выдуманным, и, наверное, выделить то, что было все же использовалось в практике, просто было искажено в дальнейшей, так сказать, нашей деятельности уже последующими руководителями партии и государства. Поэтому отношение у меня к Ленину лично неоднозначное и, надо прямо сказать, сложное. И в то же время я далек от мысли того, чтобы, так сказать, проявлять вандализм, свергать памятники Ленину. Вот, потому что для многих поколений советских людей имя Ленина связано все же с определенными, будем так говорить, достижениями. Я не буду сейчас говорить о том, достижения это были или нечто иное, но переломить сознание это не так просто и, может быть, даже невозможно. Поэтому пройдут годы, десятилетия, уйдут эти люди вот, со своим Лениным, как они его понимают. А для нас он должен, наверное, прежде всего стать объективным Лениным. То есть тем Лениным, без которого нам, в принципе, нельзя идти дальше. Но и в то же время Лениным, с которым нам не по пути тоже. То есть вот таким неоднозначным. А все-таки, что он для вас значит, лично для вас? Ну, вы знаете, вот, во-первых, сам Ленин был очень неоднородной фигурой, и даже в своих политических взглядах неоднородный. То есть, вот если мы, допустим, какие угодно идеи Ленина возьмем,
и эволюцию этих взглядов, она любопытная. Ленин сам был очень увлеченным человеком, увлекался чрезмерно, хватал через край, как он любил говорить. Вот. Его тоже подводило нередко. И в то же время это был трезвый политик, чего не откажешь. И уж во всяком случае, те органы, которые он создавал, они те функции, которые на них возлагались, выполняли. Вот сейчас мы, наверное, сталкиваемся вообще с уникальным явлением, что те органы, на которые мы возлагали такие надежды, они, прямо скажем, не вызывают сейчас большого уважения, вот, страдают отсутствием такта, отсутствием терпимости к чужому мнению, и это просто больно смотреть. Вместо того, чтобы сейчас решать наши проблемы, которые горят, которые кричат за себя, вместо этого идет причисление, ну, в общем-то, по-прежнему ищут в личности какие-то недостатки. Вот. Я думаю, что это не самый лучший подход. Видите, я представитель старшего поколения. Воспитывался на идеалах Ленина. Ну, я как отношусь? Ну, вы понимаете, что Ленин тоже человек. Конечно, он и допускал ошибки. Нет же идеальных людей. Идеальных людей нет. Но основная линия Ленина, которая была заложена для развития нашего государства, она правильная, я считаю. Хорошо, а вы не считаете, что мы все-таки несколько идеализируем личность Ленина? Церковь идеализирует Иисуса Христа. Я не претендую, пожалуйста. Но я, как безбожник, вырос с таких лет. Так? У меня идеал Ленин. Правда, сейчас я по-другому смотрю, чем я смотрел в юности там или в среднем возрасте. Но, товарищи, говорят, что вот мы богов делали, делали богом Ленина, богом Сталина. А Иисус Христос не тот же Бог? Тот же Бог. Да ведь человек без веры жить не может. Может быть, сейчас вот был бы Ленин, как говорится, так и лучше жизнь была бы. Получше. Больше, чем кому-либо. За все свои годы прожитые. А за что вы конкретно его уважаете? За справедливость ту, которую он дал народу. В то время не было этого, что сейчас есть. А как вы относитесь к тому, что сейчас о нем пишут и говорят? Это, знаете, тот, кто говорит, тот, кто, не, наверное, не знает. Вот. Вы считаете, что это клевета, да? Да, конечно, господи. Человек отдал жизнь за это. Для меня, значит, он вся моя жизнь, это Ленин. И для будущего, для моих внуков, правнуков, то же самое. А как вы считаете? Ленина потоптали, огрязнили. Это для нас очень больно. Всю свою жизнь стремились к чему-то хорошему, а получили грязь. Вот это очень обидно. Я первостроитель вот города, и для нас это очень тяжело. Вы назовите себя, пожалуйста. Я Карелин Федор. А внукам? 80 лет. Вот мой сын здесь родился, здесь учился, здесь работал 30 лет на Гагарина. Ну а внукам вы своим рассказываете о Ленине? Рассказываю и буду рассказывать и правнукам, и всем окружающим. Буду говорить то, что у меня в сердце. Вы сами поймите на меня, я воспитанный ленинским духом. Пичкали там у меня много, очень много. И я верю в коммунизм. Если захотите в Коммунистическую партию Советского Союза. Дело в том, что ленинские идеи, они никогда не умрут. Их просто, их, может быть, переиначили, как по-нашему говорят. Может, их не так понимают. Но дело в том, что мы воспитаны по-другому. Мы воспитаны по-ленински. Как вы относитесь к тому, что сейчас говорят и пишут о Ленине? Очень плохо. Вы знаете, говорят, что это уже не Лениным, а Ульяновым называют его. Как-то обидно и очень здорово. Ленин... По-моему, это как бы святыня. Что
он часто приходил к ним в детские дома, приходил на елку, был на елках сокольников, любил с ребятами водить хоровод. И была у него очень любимая такая игра, называется «На кошке мышки». А еще ребята любили читать ему стихи. А вы любите читать стихи о Ленине? Да. А кто нам расскажет стихотворение о Ленине? А мы послушаем сейчас. Жили на свете такие ребята, с которыми Ленин был дружен когда-то. К ребятам на елку или приходил, игрушки дарил, хороводы водил. Ленина мы никогда не видали, нам папа и мама о нем рассказали. Нам разные книжки читали о нем, а Ленине нашему песни поем. Аня, давай. Был апрельский день весенний. Всех других светлее. В этот день родился Ленин, лучший из людей. Он боролся за свободу, не жалея сил. Он завет, кому народ счастью путь открыл. Добрый ветер, теплый ветер веет над страной. Хорошо, что жил на свете наш меч родной. Поднимется солнце, заглянет ко мне, осветится ярко портрет на стене, и словно желая мне доброго дня, Ильич как живой поглядел на меня. Я ленинцем стать настоящим хочу, чтоб смело смотреть мне в глаза Ильичу. Я вам стихи читать начну. Я скажу вам, дети, как в голод девочку одну Ильич однажды встретил, чтоб наша красная звезда была навеки с нами. Тогда в те трудные года сражались мы с врагами. Ленин занят очень был, взял с собой малышку, ее согрел и накормил, достал с картинкой книжку. Среди больших и важных дел мало я увидеть, людей любить. Ильич умел и ненавидеть. Он ненавидел всех господ, царя и генералов, зато любил простой народ, любил детишек малых. Все ребятишки в наши дни растут, как сад весенний, да пусть стараются они таким быть, как Ленин. Настенька, расскажи стишок про Ленина, моя хорошая. Я уже... А ты еще раз расскажи мне, а то я так плохо слышала. Это Ленин на планете, воронки зелени густой. Был лучше всех на свете, и великий, и простой. Моя ты хорошая девочка, умничка. А кто детки знает про дедушку Ленина что-нибудь? Ты знаешь, а скажи, моя хорошая, что ты знаешь про дедушку Ленина? Кто был такой дедушка Ленин? Наш вождь. А что ты еще о нем знаешь? Книжки тебе читали про дедушку Ленина? Как он был хороший, да? Был послушный. Родился. Но он же не сразу стал вождем, он же сначала был маленьким, да? Таким, как вы, да? Ну, расскажите, кто еще знает про дедушку Ленина? Я не могу говорить. Иди сюда, иди, мой хороший. Что ты знаешь про дедушку Ленина? Расскажи вам. Он очень хорошо учился на одни пятерки. Да, он послушный был, да? Ты никогда не обманывал детей. А ты обманываешь? Ты совсем никогда? Никогда не обижал маленьких. Обижать плохо детишек, правда? А что вы еще знаете про дедушку Ленина, а? Он хорошо? Что он еще хорошо делал? А? Он хотел, чтобы люди жили хорошо. Правильно, моя хорошая, правильно, умничка. А что еще, что? Ну-ка. Он дрался. Боролся за свободу. Он у всех землю забирал. Прям совсем у всех, но он же кому-то ее отдавал? Да. А кому отдавал? Бедным. Правильно, да. А еще что вы знаете про маленького? Еще богат, он забирал деньги у богатых и отдавал бедным. Да, правильно. А про маленького Володю вы читали что-нибудь, знаете? Я знаю. Что ты знаешь? Он был маленьким, очень озорной. Угу. Баловался сестрой своей.
А кто бы хотел быть похожим на Володю Ульянова, а? Кто? Все? А чем бы ты хотел быть на него похожим? Лицом. Лицом, да? А кто бы еще хотел быть похожим на Володю Ульянова? Ну, ты бы хотел? Да. А чем? Чем? Характером. У него хороший был характер, да? А Володя Ульянов еще когда был маленьким, он хорошо кушал, а вы как кушаете? А? Не очень хорошо. Не... Молодцы. Я хорошо. Хорошо кушаешь, да? Молодцы. Некоторые добавку просят. Да? Замечательно. Ленина были три сестры. Маняша, Оля, а брат Саша. Они все были дружные, да? Да. Никогда не дрались? Да. И не обижались. Не обижали никого и не жаловались. Никого не обманывали. Не обижали, не говорил всем, не обманывайте, а то маму умру. Ленин очень любил детей и водил с ними хоровод.